имеет широкое применение среди народных музыкантов, среди профессионалов, используется в учебном процессе и в музыкальных школах, и в музыкальных училищах, и в консерваториях. Самые различные виды этого инструмента выпускаются у нас в России, и, естественно, самые различные его применения. Инструмент используется как сольный инструмент, используется в ансамблевых коллективах, используется в оркестрах народных инструментов и даже используется в эстрадных джазовых инструментах. Две части корпуса, правая часть корпуса, левая часть, мех для подачи воздуха, клавиши, правые клавиши, левые клавиши, есть регистр еще, вот это, естественно, и в левой есть регистр, и в правой есть регистр, ну, естественно, любой инструмент, баян, без ремней, он у нас не работает. То есть звук извлекается путем нажатия клавиш и введения меха.